Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. Значит, а это видео по нашему проекту немецкому jugl.net. Значит, хочу что рассказать здесь, как здесь зарабатывать. Можно просматривать видео и рекламные объявления. И выполнять задания. Значит, задания я не выполняю, потому что я их не люблю и мне они не надо. А я что, рекламку просматриваю, вот нажимаю. Вот у меня, видите, цифра 3. Я нажимаю сюда, иду сюда и посмотрю, что у меня здесь. Так, вот видите, у меня помечено. Мне сегодня нечего пока еще просматривать. Но если у меня не помечено, я нажимаю сюда, и мне как бы я просматриваю рекламку. Это я уже сама для себя так помечаю. Значит, на просмотрах видео, смотрите, возвращаюсь на главную страничку. И далее что делаю? Смотрите, хочу обратить ваше внимание на вопросы-ответы. Вот я скопировала это все. Значит, смотрите, вопрос. Как тут можно заработать? Ответ: на просмотре рекламы, видео, выполнять задания. И самое важное, вот это, у меня не показывает видео. Почему? Возможно, ваш провайдер блокирует зарубежные сайты с ограничением. Как это можно исправить? И вот это, слушайте, исправить можно, установив браузер Opera VPN или расширение BravSec для Google Chrome. Поменять страну. Значит, это разрешено, потому что я задавала вопрос вот этой даме. Она как бы здесь что-то наподобие техподдержки Александра Риедел. Вот, запомните вот это имя, если у вас возникнут какие-либо вопросы, можно написать ей, и она как бы, да, ответит, я вот, что, я ей пишу по-немецки, она мне отвечает по-русски, в общем, все культурно, все вежливо. Значит, смотрите, включаем, вот я включаю расширение BravSec. Так, и далее, что у нас? Видео. Включаю видео. Нажимаю. И у меня сейчас начнется видео. Значит, как просматривать? Давайте я вам покажу. Так, звук у меня вот уже здесь крестик стоит. Я его отключила. Идет реклама 18 секунд. Это мы все просматриваем. Сейчас реклама это пройдет. И опять на крестик нажму. И вот идет видео. Его надо просматривать. Что я делаю? Так я делаю. Сейчас оно закончится. Так. Вот у меня 225.18. И посмотрите, выскочило окошко. И за 10 секунд я должна нажать. Все, мне денежка капнула. И так, следующее видео. Вот. Мы таким вот образом просматриваем и зарабатываем. Так, у меня 225 джоэл монет. Это 2 евро. Чтобы насобирать на вывод, у меня на балансе должно быть 5000 югл монет вот этих. Верификацию я не делала. И что еще хочу сказать. Значит, вот здесь нажимаем форум. И можно просматривать... Можно просматривать вот эти объявления, как я уже говорила, далее ставить лайки и комментарии оставлять. Комментарии я оставляю вот таким вот образом. Все.
И свои можно оставлять один раз в 24 часа, одно объявление, да? Вот, вот сюда загружаете фотографию, сюда текст и нажимаете «Отослать». Я обычно вот так нажимаю «Все» и нажимаю «Отослать». Я сейчас не могу, потому что по времени у меня еще не прошло 24 часа. Так, и что еще я хотела сказать? Так, мой профиль. Обязательно подтвердите свой номер телефона. Вам должно прийти СМС. Вставляете этот код от СМС и подтверждаете номер телефона. Вот. Ну, в принципе, я все рассказала, как бы, да. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.